Всем привет! Вы на канале коллекционеров и любителей Coca-Cola Surprise и Coca-Cola Grand Bohai. И мы с Машенькой с радостью приветствуем вас на нашем канале. Всем привет-привет! Если вы к нам попали первый раз на канал, не забывайте подписываться, ставить колокольчик. И если вам понравилось наше видео, поставьте лайк, порадуйте нас своим вниманием. А у нас сегодня просто супер распаковочка. У нас сегодня крутые куколки Rainbow High. Это вечеринка пижамная. И сегодня мы распаковываем нашу самую желанную куколку. Нам подарил ее Викуся. Викуся нас любит баловать. Мы вам это уже рассказывали. И она считает, что мечта должна сбываться. Поэтому она нам просто сделала волшебный подарок и достала нам эту куколку. А сейчас я вам покажу. Мариса. Видите, это Мариса. Это куколка Мариса. Вот она, наша красотка Мариса Голдинг. Очень клевая. Немножечко у нас повреждена упаковочка, но это нисколько не омрачает нашу радость иметь эту красотку в своей коллекции. У нее очень красивый костюмчик и кедики, просто любовь. И у нее еще есть спальный мешочек. Маш, ты рада? Очень. Очень, Маша, очень рада. И поэтому быстренько мы с вами распакуем эту девочку. И просто Даше уже приятно ее подержать в ручках. Наша красотка уже заняла свое место. Наша принцесса. Мы ее посадили, чтобы было возможность ее хорошенько рассмотреть. Волосы. Волосы очень сильно залачены. Это просто два куска, которые можно забить гвозди куда-нибудь. Ну ничего, мы сейчас помоем волосы. Третий хвостик, он мягче, очень красивый цвет, блондинка, такой прям желтый, и золотистый, и соломенный, и белый. В общем, очень красивая эмалировка. Тигровая у нас резиночка, симпатичная. Кстати, эта расцветка очень идет. Rainbow, у нее масочка для сна, красивый макияж, золотые тени, черные красивые стрелки. Ну, просто потрясающая тон помады, шикарная. Ей подходят карие глазоньки у нее. Огромные такие кольца, Rainbow High. Два таких огромных кольца. Пижамная вечеринка, поэтому у нас дама в пижаме. Да, вы помните, красивый у нее золотистый маникюр. Топик, сейчас посмотрим, халатик. Значит, у нас такие как бы гольфы. Упала, очень хочется вам все показать, поэтому упала. Помогли мы встать нашей красотке, поэтому покажем вам еще раз гольфики, очень красивые, гольфики черные. Эмблема очень похожа на эмблему спортивную «Чемпион», очень классная такая, стильная. Тапки – это просто отдельная любовь, тапочки с хвостиками, глазки у них вклеенные камушки, очень симпатично смотрится. Такие хвостатые две топули. Топули резиновые, такие достаточно плотная резина. Так, так как мы в... У нас вечеринка пижамная, у нас есть халатик. О, спаркли, классно, в халатике написано спаркли. Есть поясок, карманчик. Карманчик, кстати, интересно, действующий или так. Карманчик. Ну, Машек, что-то мы можем туда положить? Я не знаю. Нет, карманчик не действующий, ничего туда положить мы не можем. Так, давай снимай халат, покажем, что у тебя тут. Rainbow, все написано на халатике. Давай аккуратно снимаем халатик. Прям у них хочет снимать свой халатик. У халатика очень крутая подкладка, очень стильная. В общем, вещи, я балдею от того, как Rainbow High делает одежду для своих куколок. Очень красиво, очень стильно, все продумано. Клей у нас, я так понимаю, проявился на халатике. Я так и подумала, что здесь... А, это, наверное, скорее всего, от волос, видимо. Потому что халат тоже как-то очень так... как залачен немножко, такой плотный. Мы постираем, попробуем вывести это пятно. Некрасиво, конечно, некрасиво. А так, конечно, все стильно, все продумано, все прошито. Карманчики, спаркли, очень круто.
полный восторг. Значит, наши шортики, топик. Что у нас тут сзади? Здесь ничего. А здесь Rainbow, Лос-Анджелес, Rainbow, очень красивая. Все замечательно. Здесь даже тоже эмблемочка Rainbow High. Ну, слушайте, я, конечно, балдею, как они на каждое какую-то мелочь они пишут свой логотип. Так, нашу даму мы застанем в стороночку немножечко. Это все в стороночку. И мы посмотрим с вами кроссовочки. Так, сейчас постараемся достать. Опа, опа. Маша, где наши ножнички? Можешь мне дать ножнички? Так, на помощь пришли ножнички с Машенькой. Значит, кроссовочек один. Класс. Золотистый кроссовок на высокой белой подошве. Черные полосы, шнурочки. Сзади Rainbow High. Круто, красиво. Так, давай добудем второй. Наш кроссовок, красота неземная, кроссовки обожаю, у кукол просто, они у них четко хорошо стоят, не падают, не то, что на этих каблуках. Так, это в сторону на пол, это нам не надо. Так, что у нас есть? У нас есть еще подставочка. Ой, у нас еще, кстати, есть вешалочки, класс, я люблю, когда есть вешалочки. Так, распаковываем, пым-пым-пым-пым. Это на пол, это нам не надо, подставочка. Так, подставочка есть и вешалочки. Обожаю, потому что есть еще вешалочки дополнительные. Вешалок много не бывает. Вещей много, их надо куда-то вешать. Так, это у нас подставочка. Чиним подставочку. Опа! И две вешалочки. Тоже все в золотом стиле. Красота! Красота неземная. Так, вешаем. Что ж ты падаешь-то, а? У нас как тебе повесить, так проблема. Так, ставим кедики. Приступаем к распаковочке костюмчика. Костюм просто бомбезный. Опа. Варварским методом. Но мы его распакуем. Как они любят это все привязывать, пристегивать. Сейчас найдем, где тут фиксатор. Кто тут держит наш костюм. Так, все, костюм достали. Тоже эмблемки Rainbow High. Написано прям точь-в-точь, как чемпион. Просто очень классный, качественный. Я обалдею. Вообще хотелось бы, конечно, чтобы он еще был велюровый. Ну ладно, он не велюровый, он трикотажный, но было бы классно, если бы костюмчик был велюровый. А так костюм просто песня недопетая. И будем сейчас с вами мерить, освободили. И будем мерить нашей красотке ее второй образ. Так, мы одели наши Марисе штаны, скажу вам честно. Значит, шорты я еле сняла. А шорты могли бы, конечно, сделать на липучку, но они их просто сделали на тугую резинку, и я их еле-еле стащила. Думаю, что их просто порву. Но рвать мы не хотим, поэтому нам все жалко. Одели мы брючки, сняли носочки, чтобы было красиво. Вот такой у нас получился образ в топике. Он даже можно... Ну, надо будет снять еще вот эту штуку, но... Надо будет найти, где она там снимается-то, а? Где-то под волосами. Ну, попробуем потом снять. А в топике уже можно. И в штанах шикарно, просто шикарно. Эти кроссовки, это просто бомба, бомба бомбическая. Красота нереальная. Я там так довольна этой куколкой. Просто она наша любовь, наверное, одна из любимых домашек. Одна из любимых куколок. И оденем еще что, Машенька? Так, надо будет постирать халатик. Навести с ним порядок. Тапки это просто класс. Обалденный. И сейчас оденем ей еще этот крутой тоже. Боже, я, кстати, очень люблю эту фирму. Чемпион. Очень люблю. Она мне нравится. У них очень интересные вещи. И тут вся эта эмблема очень красиво смотрится. Одеваем. Домашка? Да. Меряем.
Так, Маша нам что-то хочет показать. Перед тем, как мы вам покажем Марису в полном одеянии. Маше Вика подарила, да? Тоже да. Котика. Это жена нашему Персику. В общем, у Персика теперь есть жена. Как зовут жену? Маша еще не определилась, да, Машек? Ну, да, еще. Короче, Маша еще не решила, но Персик очень счастлив. Мама, у него теперь есть жена. В общем, Маша рада вдвойне. У нее очень много подарков. Забирай своих питомцев, а мы теперь покажем нашу красоту, нашу Марису. О, она просто шикарна. Мы убрали ей маску, она была просто прибита к голове. Мы ее просто обрезали аккуратненько. Ну, в общем, получилась вот такая у нас красота. Это одна из самых, наверное, красивых куколок нашей коллекции. Ну, не, наверное, точно одна из самых красивых. Что там скрывать? В общем, мы, Викуси, дико счастливы. Благодарим тебя безмерно за эту красоту. Очень-очень да, спасибо. Очень-очень. В общем, мы довольны. Это просто, конечно, голову и помоем, что сзади это... Просто безобразие какое-то, ну, такую красоту и с такой некрасивой прической. Ну, в общем, помоем ей волосики, и будет у нас красота красивая. Итак, пока я вам восхваляла нашу Марису, я забыла, конечно же, показать вам спальный мешок. Машенька мне напомнила, вот такая подушечка, достаточно такая плотно набитая синтепоном, и вот такой крутой мешок. Тоже у него подкладочка Rainbow High, и у него... Есть, значит, Rainbow High застежечка, и она закрывается прямо на молнию. Вот так это все выглядит. Нет, еще дальше. О, тут они опять пристегнули. Так, Машек, ножнички давай. Они все пристегивают. Это какой-то кошмар. Мне интересно, кто эти люди, которые сидят там все время все пристегивают. Так, он закрывается полностью, и получается вот такой спальный мешок. Классно такой, как плотная такая плащевочка. А тут что-то у нас еще есть. Что это тут? Тут. А зачем вот это? Я не понимаю. Зачем это? Машек, не знаешь, зачем это? Тут. Зачем это тут? Так, еще что-то они пристегнули. Это какой-то кошмар. Они все пристегивают. Как это они делают? Я не понимаю. Они, значит, есть люди, которые сидят и все пристегивают. Кстати, сколько всего надо пристегнуть. Так, что это у нас такое? А, он просто удлиняется, ну и укорачивается. Зачем, не понимаю. Ну, короче, ладно. Вот такая красота, вот такой мешок. И наша красоточка там должна спать, в этой пижамной вечеринке. У нее такая крутая тигровая расцветка и тоже буковка R. Rainbow High. В общем, класс. Фантастика. Так, в нашем домике Rainbow High теперь поселилась новая жительница. Это Марис в этой прекрасной комнате. Это спальня. Прям ждала ее. Мечтала, когда в ней появится эта красотка. Вот такая у нас спальня. Мы еще эту спальню никому не показывали. Так, она у нас живут тут девчонки. Теперь у нас будет здесь жить Марис. Так, Маша, к Маше пришла еще ее подружка. Теперь тоже пришла к ней в гости, да, Машек? Да. Будут теперь сидеть, у них будет пижамная вечеринка. Надо только тоже одеть какую-нибудь пижамку. Вот здесь пижамка. Топик и шортики есть. Да. В общем, будут у них, сегодня у них будет пижамная вечеринка. А пока иди одевай топик и пижамку, а мы будем со всеми прощаться. Еще раз, Викусе, огромное-огромное спасибо за такой самый крутой, шикарный подарок. Огромное спасибо тебе, Викуся. А мы с вами прощаемся. Не забывайте подписываться на наш канал, не забывайте поставить лайк этому видео. Поддержите нашу мечту пальчиком вверх и заглядывайте к нам в Инстаграм. И до новых встреч совсем-совсем скоро. Всем пока! Пока-пока, пока!